на базу строительную. Приехали за плиткой на лестнице, решили с торцов тоже делать. Вот. Не хватило. Заехали. А чтобы ее забрать, тут целый рейс надо сделать. Не ближний след, и не далекий. В одном месте выписываешь, сюда приходишь на склад. Приезжаешь, приходишь. Мне вот отдал бумажку, ждешь. Там надо там на 11, по-моему, плиток. Вон кладут багажник. В одном ящике. Все. Ага. Все, загрузили. Огромная строительная база у нас тут. Тут и маяк у нас как раз. Сейчас заедем, наверное. Коль сюда приехали. Тут старое здание. Да? Сколько ж лет? Много. Заедем, маячок? Заезжаем. Погода, дождь. Был. И опять, наверное, будет. Вот, вот и маячок. Так-то ехать сюда далековастенько, но так вот, если мимоходом куда-нибудь, то можно. Это уже ток. Не дали? Народу много. Показать хочу дыньки вам. Вот только показывала. Вот как быстро растут. 4 дня прошло. Дынька вот такая была. Даже, по-моему, меньше, чем вот это. А арбузяки. Помните, нашла гиганта? Вот он, гигант уже какой. Вот он сейчас. Хоп-хоп-хоп. Ой, какой гигант. Представляете, 4 дня. Но и вот этот уже подрос какой большой. И вон арбузик какой большой. Ну как большой, вот видите его. Ну они вот все. Он вот как встал, и все. Эти дорастают до него, до размера. Это ж вот с китайских семян. Походу, вот они вот такие маленькие будут. Звук-то уже музыкальный какой. О, быстро растут. Очень быстро. А с этой стороны тоже. Кустики арбузиков. Ну тут вот что-то только-только вон начинает. Леруа Мерлен. Такие вот. Оксана, наша очередь подошла. Еще 2000 рублей. Нежно. А вон какой спрятался. Красивенький. Салатовенький. Симпатичный. Тут был завоз орхидеи. Мы уже выбрали. Все в основном самое интересное. Бегриб пышный стоит. Цена 833 рубля. Калый. Красотки. Какие. Бомба. Сейчас я достану бегрибчика. И вон бегрибчик какой. Я ничего не возьму.
Смотрите, какой пышный. Пышный большой кустик. Бомба. И всего 800 с копейками. У меня сегодня нет возможности приобрести ни одной красоты. Только походить, покружиться. Пиратик стоит. Все, муж пришел, орет, кричит. Вот такие вот красотки тут. Сегодня готовлю креветосы по своему любимому рецепту. Нарыли же вот такие креветки. Видите, они не вареные. Они свежезамороженные. Какие они вкусные вообще. И нарыли где? В маяке. Представляете? Никогда бы не подумала. Вот если брать уже отваренные красные, такой, все равно они не такие вкусные, как вот эти. У этих вкус прям рака. Значит, маслечко вниз налила. Лимонграсик, всяческие специи. Есть у меня тайские вообще специи. Вот такие пересыпала уже сюда. Их продают. Это специи для томуха. Перец вот красный единственный. Сильно не беру много, прям чуточек. Вот. На масло и обжариваю, друзья. Потом добавляю соевый соус. Есть рецепт на канале. Лайм, грейпфрукт и либо лимон. И когда креветочки готовы, вот этот вот, то, что с них стекло, вот этот соевый соус. Вся вот эта жижечка, добавляю крахмальчика немножко. Ну, либо муки, и это загустевает, и вот берешь креветочку, безотходное производство, и макаешь в этот соус. Это, ну, это такие ништяки, это вот вам не передать, это так вкусно. Сегодня будем с пивасиком креветосики. Вот, пока в отпуске, можем. Надо немножко отдохнуть, никуда не поехали, хоть дома чуть-чуть кайфушечки ставить. Так, повыше. Ну, вот так вот помешиваем. Они только краснеют внизу. Становится привычного для многих цветом. И стоит, в общем-то, коробочка. Коробка по 2 килограмма. Так, сейчас скажу. 560 рублей. Я считаю, что это недорого, потому что в магазинах других они идут дороже. Вот такие именно креветки. Они крупные достаточно, не мелкие. В общем, нарыли, надыбали вещи. Что у нас получилось? Котик, иди, попробуй хоть одну. Принесем. Очищаешь такую креветочку. Вот так берешь и макаешь. Так смачно. За ваше здоровье. И так креветки очень вкусные получаются. Котик. Супер. Ты сегодня что-то грустный. Ну тебе шо? Жарко. Ням-ням-ням. Грустный мальчик мой. Просто очень жарко. И устал немножко, да. Угу. Поработал, поработал. Сейчас еще поработаем. Перекусим и поработаем.